году исполняется 65 лет. Мы проходим в первый зал, который посвящен непосредственно началу речного флота, развитию речного флота. И, конечно, мы видим здесь и интерактивную экспозицию, и в полный рост, собственно, мы видим первые суда, на которых, собственно, мы покоряли реки, и начиналось, собственно, изучение вообще территории страны и ее объединения. Всего есть, как вы видите, такие наушники, которые позволяют вас увидеть геоклузы с переводом для того, чтобы информация была доступна. С вашего приезда не виделись, Иван Константинович. Удовлетворены ли вы боевой готовностью Черноморского флота или будут новые назначения? Все наши прошлые назначения оправдывают себя в полной мере. Здесь мы видим уже кают-компанию, и это зона, которая посвящена связи. Здесь мы говорим кабины, здесь опять же будет зона интерактива, точнее она уже есть, где можно будет посмотреть про великие сражения и прочитать. Зона, посвященная образованию. Авиация на воде, первая летающая лодка, ну и большая зона, которая посвящена, из этого начинается проход на второй этаж. Так второй здесь этаж тоже такую же площадь? Он будет чуть больше, будет посвящен полностью атомному флоту, связи и ледокольному флоту. Мы делали совместно с Росатомом, с ССК. Первое испытание атомной лодки «Никто» модель. Спасибо большое.